Всем привет, с вами Миссионер Джейн. В прошлом видео мы проходили такую замечательную игру, как Alone in the Dark. Сегодня же мы будем знакомиться с ее DLC. Да, серьезно, DLC к игре 92 года. DLC называется Jack in the Dark. А что же это за DLC, мы сейчас узнаем. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас уделить немного времени и подписаться на канал или поставить лайк. Чем больше подписок, тем больше мне мотивации записывать игровые шедевры. Начинаем! Грейс Сондерс потерялась в большом городе. За витриной магазина она увидела мерцающий свет. Прошло очень много времени с тех пор, как кто-нибудь решался открыть эту дверь. Но когда тебе всего 8 лет, и даже Луна празднует Хэллоуин... Кошелек или жизнь? Кошелек или жизнь? Книга об игрушках. Сборник рассказов за авторством Альфреда Крюгера. 1924 год. Издательство Карпентер. Клоун Беппа. Согласно легенде, эта марширующая в такт барабана кукла была единственной игрушкой печально известного Джека-потрошителя. Кавалерист. Эта патриотичная игрушка была изготовлена согласно указаниям художника Жерика по его знаменитой картине «Офицер конных егерей императорской гвардии в атаке». Расти. Любительница румян и губной помады, Расти появилась на рынке под именем «Ангел-хранитель», но поскольку она предпочитала работе удовольствие, то была переименована. Погремушка Зак. Этой необычной, но послушной куклой мы обязаны знаменитому скульптору Джепетто. Легенда гласит, что позднее... Ту-ту святого Льюиса. Этот поезд, чудо миниатюризации, был подарен Герберту Ремингтону, президенту Тихоокеанской железной дороги, в честь открытия узловой станции в Промонтори-Пойнтс. Мальчик с пальчик. Лишь грянет марш, и сапоги-скороходы влекут его на звук. Увы, эта игрушка продавалась настолько плохо, что свет увидела всего несколько экземпляров. С криминальным авторитетом доходов не жди. Дух Сан-Хосе. Этот небольшой самолет, сконструированный компанией Шустер, является миниатюрной копией первого моноплана, совершившего в 1919 году перелет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Блонди. Эта самовлюбленная кукла из Нюрнберга приносила радость тысячам детей. Благодаря своим натуральным волосам она стала мечтой любого коллекционера. Индрани из Бали. В прошлом веке эта танцующая принцесса из храма Шивы пользовалась в Индии огромным спросом. Она была привезена на Запад Киплингом, известность которого распространялась так же быстро, как масляное пятно. Джек во тьме. Ирландский мастер, разработавший эту игрушку, черпал вдохновение из истории о бесчестном пирате по прозвищу Одноглазый Джек. Кажется, лишь конфета может унять его злость. Хэллоуинские рассказы. Издательство Рудольф. Одноглазый Джек. Давным-давно жил-добыл Джек из табакерки, и звали его Одноглазый Джек. Он был таким уродливым и подлым, что однажды, вселив ужас марширующих в такт барабана игрушек, Джек похитил добрейшего в мире человека – Санта-Клауса.
Только ведьма, пусть даже неопытная, сможет освободить его. Напугать жадного одноглазого Джека из табакерки будет несложно, если только ты сумеешь отразить его злобу. Как выяснилось несколько позже, оказывается, это DLC ко второй части Alone in the Dark, а Steam опять все напутал.
Но все равно в любом случае нам бы пришлось ее проходить, так что какая разница когда? Вроде бы как главная героиня этого DLC это один из персонажей второй части. Ну что ж, вторую часть я буду проходить в любом случае, так что увидимся с вами в следующем видео, а пока спасибо всем за внимание, за просмотр, с вами была Миссионер Джейн, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, посетите мою группу ВКонтакте и страничку в Инстаграм, ссылку найдете под видео или в шапке канала, поддержите творчество, еще раз спасибо всем огромное за внимание и до новых скорых встреч, друзья!